На футбольных воротах и баскетбольных кольцах новые сетки. Заварены дыры в заборах, покрашено ограждение, обновлена разметка. Многофункциональная площадка в районе скейт-парка отремонтирована и готова принимать детей. Специалисты управления по физической культуре и спорту, инструкторы вместе с детьми проводили здесь все ремонтные работы. Восстановление завершается уже на площадке по адресу Крепостная, 67. Также проводится работа аналогичная и в сельских округах. Например, сегодня завершилась работа в селе Джигинка на многофункциональной площадке, где также работает наш спортивный инструктор. Играть приятнее на благоустроенной площадке. Спортивный инвентарь ребятам выдают инструкторы, которые ежедневно проводят занятия с юными спортсменами. Детей приходит все больше и больше, около 15-20 человек на площадке всегда. Все рассказываем и правила игры, и инструктаж по технике безопасности, все как положено. Такому обновлению дети только рады. Ребята из соседнего двора приходят тренироваться на площадку и бережно относятся к спортивным снарядам, ведь ремонтировали сами для себя и друзей. На многофункциональные площадки приходят не только анапчане, но и гости курорта. Василий приехал из Тольятти 3 дня назад и пришел посмотреть. Я пришел сюда, и был очень удивлен хорошим уровнем площадки. Увидел замечательных ребят, которые играют здесь постоянно, и занимаются спортом активно. И заметил, что они активно помогают восстанавливать площадку и всячески способствуют развитию, наверное, в городе спорта. В скором времени заменят старые сетки на футбольных воротах и баскетбольных кольцах, починят ограждения, обновят разметку на всех спортивных площадках. В городе и сельских округах ремонт на многофункциональных площадках идет полным ходом.